Эпидемия менингита Карагандинской области не грозит. В управлении здравоохранения сегодня прошел брифинг, где рассказали о том, как защититься от инфекции. Эпидемиологическая ситуация в отношении заболеваемости менингококковой инфекции в Карагандинской области у нас стабильная, спокойная. За последние 5 лет было зарегистрировано и лабораторно подтверждено 16 случаев заболеваемости менингококковым менингитом. Напомним, у нас по области за последние 5 месяцев зарегистрировано 4 случая менингита. Из них один – менингококковой этиологии. Женщина-домохозяйка поступила в апреле. Ее лечили и в мае выписали без остаточных явлений. Сейчас в Караганде по поручению акима области создан штаб, в который вошли специалисты управления здравоохранения, департамента охраны общественного здоровья и ведущие инфекционисты региона. Начинается сезон организованного отдыха детей школьного возраста, поэтому это принято во внимание, проводится необходимая работа по профилактике, в том числе и менингококковой инфекции в организованных школьных коллективах. Проводится широкомасштабное информирование населения, в том числе с использованием средств массовой информации и соцсетей. По всем вопросам можно обращаться и в колл-центр. Телефон колл-центра 94-9. Наши специалисты проинформированы. Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Наши специалисты переведены на круглосуточный режим работы. Диспетчера скорой помощи поликлиник также проинформированы и проводят необходимую консультацию. Что касается вакцины, пояснил руководитель управления, то она в области имеется. Приобретено 40 доз и определено 6 опорных точек иммунизации. Прививку может сделать каждый, она платная, и было принято решение прививать желающих, отпуская вакцину по закупочной цене 21 600 тенге. Хотел бы проинформировать наших граждан, наших земляков о том, что основной профилактикой является это далеко не вакцинирование, это соблюдение правил личной гигиены. Ирина Вабищевич, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5 канал.